Итак, представляем вашему вниманию аквариум 245 литров. Длина аквариума 1,5 метра, высота 55 сантиметров и ширина 30. То есть данный аквариум чисто перегородочного типа, то есть вставляется в стенку или где-то в межкомнатную перегородку. Конечно, вот если его сделать сейчас без фона, то будет понятно, что аквариум теряется при такой ширине. То есть он просто у вас без фона потеряется в пространстве, вернее. Да? Здесь фон его ограничивает, как бы, да, делает объем замкнутым и придает ему какую-то форму. Если фон убрать, то это просто будет стекло, грубо говоря, внутри которого что-то там плавает. Вот. Конечно, при желании, особенно если это травник или цихлидник, то есть желательно ширину делать побольше. Почему? Потому что при ширине 30, как я уже говорил ранее, то есть куст, тот же куст эхинодоруса может занимать в диаметре до 50 сантиметров. И понятно, что если вы его сюда посадите, то когда он вырастет, вам его придется куда-то переводить. Далее. Высота оптимальная 55. То есть в обслуживании данная высота удобна довольно-таки. Вот. И в то же время, то есть даже если посадить одноплановых рыб, то есть верхняя часть, которая будет не заполнена, будет не такая большая, не больше 10-15 сантиметров. Но это при условии, если рыбы будут все такие околодонные, там среднего слоя воды. Оптимальным вариантом оформления будет создание аквариума с маловийцами. То есть, что можно будет поднять скалу достаточно высоко и этим как бы, ну, примитивно обмануть, по крайней мере, немного с ландшафтом. Да? То есть высокий ландшафт будет его как бы уширять. Ну, по ширине обманывать, что он пошире на самом деле, а не такой узкий. Вот. В вариантах оформления с растениями, ну, нужно будет отдать предпочтение более высоким растениям. Допустим, криптокорине апоногитонолистной, валеснерии гигантской, которые не только низ аквариума будут закрывать. Вот. Но и будут подниматься до верхнего уровня воды. Также можно сделать террасное оформление грунта, как в моем домашнем аквариуме. То есть путем отделения одной части грунта от другой сланцем там, или каким-то другим плоским камнем. Да, создать как бы терраски, на которых даже родственная криптокарина или желтая криптокарина, да, которые не больше 20 сантиметров длиной, но находясь на задней поднятой террасе, то есть задний план, они все равно будут где-то до 50 сантиметров прикрывать, да, то есть 45-50 сантиметров высота будет прикрыта. И это тоже как бы создаст перепад высоты, как в более больших плоскостях. Вот, подсветка здесь на две линии ламп, то есть всегда стандартно, как у нас во всех профессиональных подсветках, то есть это энергосберегающие лампы и лампы дневного света. На этом как бы обзор про данный аквариум закончен. До новых встреч в эфире. Пока-пока.